Семейному дуэту Татьяны и Георгия уже 20 лет. Примерно столько же они делают авторские сувениры из глины. Работают в четыре руки. Свой творческий тандем умельцы так и назвали – в четыре руки. Возможность жить семьей, не разлучаясь где-то там, временами мы тут вот вечерком. Нет, мы непрерывно вместе. Мы вместе 24 часа. Мы просто физически вместе. Мы работаем действительно в четыре руки, так как и думали, как назвать. Как нас? То есть фамилии разные, да? Что это семья, все давным-давно знают. Но как? Ну как вас назвать? Вот как вот это вот суммировать? Девиз дуэта «В четыре руки» звучит так. Сделано на радость людям. Керамические персонажи появляются на свет не ради корысти, а для позитива. Игрушка должна нести радость. Не нужно выплескивать всякие... Мало ли что случается в жизни. Пакости, которые внутри тебя сидят. Они, конечно, будут отражаться в работах, но вот задача как художника как раз найти те составляющие души, которые радостны, которые несут радость вокруг. Любовью к глине Татьяну и Георгия заразил сын. Его хобби превратилось в семейное дело. А некоторые работы стали импульсом к творчеству и даже небольшому плагиату. Вот эта вот игрушка, вот она стоит такая с подбитыми рогами. Это ее когда-то делал он. То есть потому и рога не сохранились. Я говорю, можно? Он говорит, можно, дарю. Вот делаешь по его эскизам то же самое, а все равно разное. А вот не получается. Люди разные, руки разные, настроение разное. Каждая фигурка – индивидуальность. Двух идентичных здесь вы точно не найдете. Вот, например, эти зайцы. Вроде бы тираж, но нет, у каждого свой характер и взгляд. Кстати, глазам мастера уделяют особое внимание. Они живые. Ослик с голливудской улыбкой, возмущенные зайцы, добрейшей души еж. Функция у них не просто эстетическая. Люди любят что-нибудь функциональное. Подходит один из самых часто задаваемых вопросов. А это для чего? Зайчик – это что? Это колокольчик. Это колокольчик. Лошадка – это что? Это свистулька. Это свистулька. Вот я свистеть не умею, муж умеет. Котик – это что? Это копилка. Это копилка. Они работают в четыре руки, но различить их творение можно без труда. И у Татьяны, и у Георгия свой стиль, своя манера, свои зайцы. Уши винтом пошли. Уши винтом. Заяц пошел вертолетный пол. Они дарят глиняную радость. Керамические фигурки, ожившие в руках счастливых людей. Юлия Комкина, Максим Леонов, телеканал «Сейм».